Ну и в завершение видео, покорившее зрителей в минувшие выходные. На нем в центре внимания взаимоотношения полицейских и представителей животного мира. Стражи порядка из Словакии смогли помочь шестерым утятам выбраться из дождевой канализации. Мужчины собственноручно отодвинули решетку и достали всех малышей на виду у мамы птенцов. После этого мужчины бережно отнесли все большое семейство в сумке к реке, подальше от дороги и канализационных решеток. Всего за сутки ролик о спасательной операции набрал больше 4 миллионов просмотров.